Дружище, получаю уведомление о выходе новых роликов ГУС-ТВ. Просто щелкни на значке колокольчика. Я приветствую тебя в игре Everspace. Игрулька на самом деле классная. У нее прекрасная, очень красивая графика. И сразу вот так и не поймешь. Кажется, что это игруля все-таки симулятор какой-то космический. Но на самом деле ты не поверишь. Мало того, что это аркада, так это еще и рогалик. То есть ты вот идешь как бы из комнаты в комнату и можешь умереть, вернуться на базу, что-то там модернизировать на полученные кредиты и как бы вновь пойти в бой. Не уж, конечно, модернизироваться на эти кредиты. А вот во время твоего полета ты вот сейчас видишь сам, да, собираешь топливо, чтобы не встать где-нибудь. Ты собираешь различные элементы, чтобы создавать что-то, создавать ракеты, улучшать свои двигатели, дополнительно что-то ставить на свою машинку. Но это, разумеется, ты будешь делать только во время текущей сессии. Если помрешь, то все, у тебя вот там только на базе можешь только за кредиты что-то улучшать. Топливный элемент. Давай к нему потихонечку. И топливо здесь, кстати, есть. Вот надо все подобрать. Графика, как ты видишь, очень красивая. Настоящий космос. И, в принципе, компьютер у меня неплохой. И он отлично справляется с этой красивой игрулькой. Очень плохо, на самом деле. Тебе-то, может быть, и хорошо, конечно. А я очень сильно негодую. Игрулька вышла еще и на торрентах. А, между прочим, такие игры, я считаю, должны быть только на Стиме. Тем более, недорого она стоит, если уж честно говоря. Ну, и я тебе уже говорил, что у меня-то она уже давненько. Она у меня уже, я не помню, полгода это уж точно лежит. Был, кстати, раньше только английский язык в ней. Теперь еще и русский появился. И вообще теперь стало просто дико все классно. Так, поле плазмы сейчас забирай. Пока мы с тобой, видишь, вот на именно вот в этой комнате, так вот образно с тобой будем говорить, да, мы с тобой собираем только какие-то вот элементы. Кредиты собрали, которые, как я тебе уже говорил, будем использовать после того, как сдохнем здесь. Руда. Руда очень важная штука. Здесь руда и металлолом. Ты берешь это все дело и ляпаешь самонаводящиеся ракеты. Итак, переходим в следующую комнату. Так, мы здесь, кстати, можем выбрать, куда идти, но, в принципе, идем пока прямо. Прилетели. Тоже красиво, видишь, астероидики тут всякие. И сразу видим, что здесь какой-то разведчик. Разведчик, смотри, и дрон здесь еще замечательный. И сразу они красненьким цветом обозначено, то есть сразу, да, понятно, что желтеньким это нейтралы тут есть. Иногда, кстати, они дерутся вот с этими самыми красненькими. А вот эти самые опасные, они около какого-то элемента трутся. Смотри, сразу выпускаем ракеты. Правой клавишей у нас, как ты понял, легкие ракеты. Слева пулемет, левая клавиша. И можем выбирать пулемет такой-сякой. Ну, конечно, можем во время игры брать какие-то дополнительные, какое-то дополнительное вооружение, ставить его. Смотри, пока отбиваемся. Ну-ка. Смотри, что-то не умирает. Не умирает собака. Ну-ка. Я все-таки стараюсь легкие ракеты использовать редко. И если уж я использую легкую ракету, то я точно должен знать, что она попадет. Потому что ресурс это очень важный. Закончатся легкие ракеты, я вот с пулеметом с этим далеко не уйду. Какой-нибудь, знаешь, корабль-босс припрется и просто так вдарит, что, в принципе, ты и помрешь. Мой рекорд я тут ставил, знаешь, сколько? 9000 пока кредитов с лишним набрал. А на новый вот такой вот космолет, космический корабль, нужно 10000. Вот, знаешь, чуть-чуть не хватило, очень было обидно на самом деле. Так, мы видим с тобой, что еще где-то трутся разведчики-вольницы. Ну-ка, давай сделаем, так, ракет парочку сделаем, да? Пусть будут. Вот, отлично, у нас с тобой 7 ракет. Так, в запасе на самом деле пусть лежат, потому что во время боя неудобно сжать тап, потом делать ракеты, и вообще как-то это неправдоподобно. Игра сама по себе не очень-то правдоподобная, а здесь уж, ну, совсем плохо. Да, синеньким у нас обозначены ресурсы. Красненьким, как я тебе говорил, это у нас
враги. Желтеньким нейтралы. Нейтралов лучше не трогать, честно говоря. Иногда я их граблю, но это уж совсем от неимения, например, ресурсов. Хочу найти ресурсы. Посмотрим. Ну-ка. Красиво, да? Красиво все-таки. Очень красивая игра. Ну-ка. Разворот. Да, shift зажимаешь и сразу так, знаешь, включаешь супер скорость и улетаешь куда-то вперед. Так, ячеечку не могу под оружие сделать. А, кстати, вот мог я на базе увеличить себе количество ячеек. Надо будет в будущем увеличить, чтобы можно было вот еще какое-нибудь оружие ставить. На тебе. Все здесь красиво. Небо красиво. Можно просто, знаешь, любоваться этой красотой. И взрывы, ну, достаточно неплохие. Хотя... Честная денежная награда. Наградили меня вот за то, что я вот все сделал. Так, а впереди, вот видишь, что у нас? Кристаллы есть. Ну, пошли кристаллы сделаем. Я, честно говоря, не помню, для чего кристаллы нужны. Я только основные помню. Ну, вообще, модернизация. Починка, кстати, корабля. Вот когда корабль у тебя уже будет помирать, ты просто можешь взять и как бы починить. Можешь починить какой-то отдельное устройство. А можешь починить... В общем, весь корабль. Очень удобно. Так, к астероиду сейчас мы смотрим. Надо точно уловить, где. Видишь, вот иногда приходится вот так вот прям проходить сквозь астероид этот огромный, смотреть, где, что, где находится этот ресурс. Ты как бы его видишь, но фиг его, где он находится. Смотри, освещение какое красивое, да? Ну, красиво же. Как будто... А, это значит... Как... Так, что там у нас внутри? Кредита, 636 кредитов, между прочим, смотри-ка. Просто взял да получил. Здорово же. Кристаллочки все добыты. Так, что у нас тут еще? Еще кристаллы. Давай еще кристаллы возьмем. Эффект тоже неплохой, да? Как бы расстреливаю кристаллы и забираю часть. Вот видишь, не все берет, а берет только часть. Так, легкие ракеты у меня всего две. Так, руда, лом. То есть нужна руда и лом. Плоховато, хочу сказать. Маловато, две ракеты-то осталось. Так и помереть можно. Все, полетели. Потом наводимся, да, на зеленую эту хреньку. И как бы улетаем в следующую комнату. Так, последняя комната в этой локации. Так, смотрим. И, кстати, каждая локация... Ну, ты сам понимаешь, рогалик все-таки, да? Когда вот большие локации уходишь из огромных локаций, то цвет меняется сразу, космоса. Так, здесь у нас кристаллы. Здесь у нас разведчик вольницы. И мы его сейчас немножко потеребим. Так как он один, то лучше расстрелять его. Не будем тратить, у нас всего одна ракета осталась. Все. Так, опа, я там кое-что увидел. Там, знаешь что, сейчас видел? Радарчик. Радаром стоит... О, процессор, хорошо. Можно будет что-нибудь модернизировать, кстати, при помощи этого процессора. Так, там радар есть. Или что это? Сервисная станция. А, вот радар, все вижу. Узел связи. Узел связи, знаешь, такая штука, ты как бы его взламываешь, и сразу у тебя открывается вся локация, где что находится. Очень круто. Так, разведчик. Разведчик смотрит тут. Ну-ка. Ай, хорошо. Какие они медленные и хорошенькие. Эх, цвет корабля можно поменять, прикинь. Кому это нужно, главное? Кстати, здесь можно от третьего лица и от первого лица играть. Ну, вот я привык как-то играть от первого, мне удобно. Молодцы. Кристальчики, кредиты получили. Так, и у нас еще... Так, смотри, что у нас есть. Взломщик дронов. Такая штука. Смотри. Сейчас мы его... Раз! Все! Дружище! Все дроны теперь наши друзья. Быстро! Быстренько я получил всех дронов в друзья. Так, а мы потихонечку подходим и взламываем узел связи. Есть, все. Узел связи взломан. Смотри, сканирование такое пошло. Раз! Весь космос просканировался. Ну, в ближайшем диапазоне, конечно. И мы с тобой видим контейнеры, да? Здесь что у нас?
А здесь вот, кстати, слева опасно. Там наши нейтралы летают. Но, не знаю, может сейчас пойдем, может не пойдем. Давай сначала для начала сюда придем. Здесь вскроем, что можем. Так, поднимаемся. Да, летать можно во всех направлениях. Там на пробел жмешь. Вверх, вниз. На Ctrl жмешь. Shift быстрее. Единичка. Это первое оружие. Двоечка. Супер оружие. Ракеты. Так, потихонечку обходим, потому что я здесь еще осторожненько иду, потому что турельки там тоже как бы ждут, когда меня выстрелят. И они, кстати, могут стрелять, некоторые турельки самонаводящимися. Они стреляют, а ты как бы должен успеть уклониться. Так, руда. Руда нам нужна. Как я тебе говорил уже, ну, без руды и не туды, и не сюды. То есть, как бы, надо ракеты делать. А у нас одна ракета осталась, а руды нет. 20-24 руды, отлично. 32 руды. Замечательно. Так, сразу делаем ракеты. Ну, ладно, 3 ракеты. Так, пока не переходим в другую комнату. Пойдем-ка посмотрим, что здесь еще есть. Нам же, видишь, открыли доступ к тому, чтобы мы все видели. Надо этим пользоваться. Так, кристаллы. Кристальчики, это хорошо. Как тут кристаллы цветут, непонятно. Все, здесь взяли. Ну, теперь... Так, туда не пойдем. А, видишь, дроны, все, отпустил дронов. Теперь они тоже стали нашими врагами. Так, а вот здесь вот... Как бы нейтральная станция. Если мы их сейчас потревожим, то они на нас нападут. То есть идея в чем заключается? Попробуем сейчас быстренько схватить... Оба контейнера и валим отсюда. Так, легкие ракеты 10 штук взяли. Смотри, по нам уже начали стрелять. Так, пробуем. Ай, не получилось. И быстренько теперь валим отсюда. Нам нужно быстренько вот до этой хрени галактической добраться, чтобы она нас перенесла в следующую галактику. Но дело еще в чем. Дело, проблема небольшая есть. У нас нету топлива. Топливо закончилось. Надо быстренько попробовать. А, и руда еще нужна. Попробуем руду сейчас взять, да? Они вроде отстали от нас. Руда, это важно. У нас 13 ракет, но руда все равно нужна. Они подбираются к нам близко. Так, ракета. Так, ничего нам не нужно чиниться. Ракета, ну нет, у нас металлолома нет. Замечательно теперь. Теперь еще и металлолома надо найти. Фиг с ним, ладно, все. Надо переходить в следующую локацию. Металлолом будем там брать. Мы немножко поднакопили. Поднакопили энергии. И переходим. Подключение к гипервратам. Все, прыжок подтвержден. И мы спокойной душой улетаем в следующую галактику. Все, смотри, цвет немножко поменялся. Сектор 2. Как в аркаде обычный. Газ. Давай газ заберем. Созданы координаты для гипердвигателя. Круто. Так, газа немножко возьмем. Так. Тоже очень красиво, да? Стреляем и как бы раз отделяются какие-то кусочки. Здорово выглядит. Все выглядит очень круто. Я помню, недавно я тоже играл Джирогалик. И как бы боссы здесь... случайным образом попадаются. И на меня напал мужик, который принял меня за кого-то другого. И, в общем, он меня убил, так как у меня было всего 2 ракеты. Это такая вот веселая фигня получилась. Так, здесь, видишь, тоже нейтралы. Но я разве могу мимо пройти нейтралов, дружище? Сейчас посмотрим издалека. Красиво, да? Красиво свет очень играет. И отражение красивое от света. Так, ну что, попробуем быстро. И хватаем. 3 процессора схватили. И полетели быстренько. Я с гейбами не буду с этими драться. Они очень уж сильные. Они командно играют. Все, перелетели. Знаешь, такие... Жулик, говорит, не воруй. Перемещение дальше. Давай вниз пойдем. Следующая комната.
Так, у нас сразу узел связи тут. Так, здесь как... Ага. Корвет Окар? Или Окар? Ну, сильная какая-то штуковина. Этот здоровяк опасен даже на вид. Весьма вероятно, что он и правда крайне вреден для вашего здоровья. Ну так, посоветовали нам отсюда линять, как говорится. Это босс, чтобы ты так понимал тоже. Босс, кстати, от которого можно убежать. Ну-ка, попробуем как-то залезть. Проникнуть в эту хреньку, в эти обломки. А, вот вход, вижу. Контейнер технологий. Так, легкая ракета, ракета щитолом. Так, щитолом, значит, он против щитов, можно его использовать. А против остального всего лучше не использовать. Замечательно. Так, взламываем. Радар. Узел связи взломан. Нам как бы сказали, все, пошел пошло сканирование. Так, картечная пушка. Ну давай картечную пушку. Вместо чего? Давай вместо, ну вместо, давай импульсного лазера. Так, на F надо нажать. Вот. Так, замечательно. Так, а импульсный лазер мы разберем. О, как стреляет, видел? Как дробовик, по сути. Ну что? Руда. Замечательно. Пойдем руды возьмем. Слегонца так. Смотри, он стреляет неплохо, кстати, прям по нам. Так, новое оружие стреляет. Ну, я бы не сказал, что прям так классно. Ну, в принципе, пойдет. Корвет. Окар. Ну что, попробуем что-то с ним сделать. Смогу ли я? Стреляем. О, не пробивается. То есть, понимаешь, надо еще понимать, как корабль устроен. Подход к нему какой-то иметь. Но я, к сожалению, вот не имею такой возможности и не понимаю, как его уничтожить. Ракеты у нас закончились. Все ракеты я уже истратил. Не пробивается корвет. Так, попробуем в пушки. Пушки не стреляет. Важный узел корабля поврежден. Советую починить его. Но это про наш корабль. Как бы помощник нам говорит. Починить. Но починить-то мы не можем, понимаешь? Дело в том, что починить прямо вот так вот не можем. Можем создать что-нибудь. Можем. А вот как бы починить не имеем такой возможности. Починить, что надо уйти в другую комнату. На другой сектор. На другую планету улететь. И тогда каким-то образом можно. Да и, кстати, наш враг не пробивается. Вы заметили, друзья мои? Попробуем взять щитолом. Ну-ка. Вот щитолом что-то нам поможет. Стреляем. Ага, щитолом, кстати, пробивает щиты, заметь. Ну, хреновенько. Пробил щиты, но не до конца. Все, не успели мы ничего сделать, к сожалению. Но щит мы, кстати, его немножко потрепали. Где-то половину жизни его щитов уничтожили. Просто тоже нужно понимать, что импульсная пушка, пулемет. Пулемет как бы щиты убирает, а импульсная пушка должна была как бы наносить повреждения. Вот, кстати, смотри, какие у нас есть корабли. За 10 тысяч стоит. Так, у нас с тобой 3970 кредитов. Сейчас что-нибудь будем покупать. Так, ценные находки давай с тобой. Ну не могу я, лапа чешется. Хочется побольше чего-то получить. Дружище, на этом все. Мы с тобой играли в игру Everspace. Я рад тебя был видеть. Пока.